Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, трэш на английском сервере. Поговорим мы сегодня про эмблемки. Нового героя, к сожалению, пока нет. Будем качать с вами эмблемы на максималку. Откроем сейчас сундуки, посмотрим, сколько у меня. Так, это я питомца получил. Надо было вчера еще пак забрать. Такс. Вот сумочки шестые новые, ну стандартно где-то плюс-минус, что на русском выпало, что здесь. Будем ждать пару дней, когда завезут нормально все. Так, что у нас есть? У нас есть 3053 сумки самых топовых праймовских. Мы сейчас их откроем, посмотрим, что отсюда сыпет. Ну, отсюда в основном такие таланты, точнее, эмблемы падают. Ладушки, ремки, которые очень нужны. На архидемона здесь только раскол разве что брать, потому что есть другие сумки, мы их тоже пооткрываем. Но я решил все открыть. Психощиты, которые не актуальны на сегодня 8 левела. Но самое ценное, это, наверное, со ремка, ладушка, исцеление. Ну, и того много исцеления, по сути, не надо. Факты. Ну, здесь все, все вот эти вот эмблемы. Ложные, конечно, он бессмысленный. Гнев тоже плюс-минус ни о чем. Выживание классное. Изворот. В некоторых случаях я уже показывал. Тащит, ну, тоже не очень. Ну, железка на подземке. Для бездоната любые такие эмблемы, это реально будет топчик. Ну, мы сейчас все откроем, и я говорим про эмблемы, которые, какие эмблемы надо переводить на девятки. Что с них получится, то есть мы переведем, у меня там есть камешки, возможно, еще пару камешков заберу с обмена героев. Не знаю, или он будет на русском сервере завтра, но... Думаю, должны сделать. Если они сделают, это опять очередной трэш. Русский сервер просто пропускает все. Ну, как видите, ремки, психощиты падают. Ремки что-то падают не очень странно как-то. И рвение тоже, я смотрю, не особо падает. А вот гневы ложные полным ходом. Два психощита, две ладушки, три ремки, ничего себе. Неплохо, неплохо. Чего нельзя просто кнопочку открыть все, и оно сразу автоматом там открывается. По 10 сделали бы уже по 100, было бы намного быстрее. То есть у меня сейчас будет, я не знаю сколько там эмблем, явно по штук 500, наверное, некоторых будет. Там у нас еще есть сундуки, по-моему, сейчас посмотрим. В общем, ждем зефирчика. Зефирчик реально будет интересным и топовым. Посмотрим, что... Как точнее его будут нам давать. Потому что он пока что нигде не продается. Ни на одном сервере, я уже сам жду посмотреть на него, потестить. Но там скилл очень имбовый. Блин, капец, мы еще только половину не открыли. 6 минут открываются только эмблемы. Это просто жесть. Ну ладно, я уже решил открывать, значит, открываем. До конца смысла их держать. Только одно место занимает. Лучше пусть валяются так. Места со временем все меньше и меньше не хватает. Ну, ремки, видите, не особо падают. Одна, две, максимум, что мы видели. Сразу же три словили. А по эмблемам давайте, что вот, если вы там донат, либо начинающий, что лучше сразу же качать, потому что камни эти пока ограничены, но их можно получить как сумок, так и с убийства смотрителей, с ивента против смотрителей. Но опять же, в топ-10 очень мало людей будет попадать, это надо задротствовать, я не знаю, у меня на это времени и нервов не хватит, точно так же, как и у многих. Что лучше качать? Все ставят, ну, топы там, не топы, на деф героев, там, например, ИСО, либо ожива, плюс воодушевление.
Вот. И на сегодня ладушка будет самая такая девятка востребованная, потому что она будет давать, помимо того, что заряд там плюс 45 единиц, она будет давать еще дополнительно, как и талант на девятку, прокачанный 40% жизни, а это немало, особенно если у вас хорошо прокачанные герои стоят с хп, то это очень-очень-очень полезная вещь, я вам так скажу. Ставить, качать там пакты и все остальное на девятку, это так, вы поиграетесь немножко и все. То есть я не вижу смысла. Вот в первую очередь я буду у себя по-любому качать ладушки, хотя бы штук 5-6, потому что без них, ну их, я думаю, будут скоро продавать, и вот это вот будет все хлам. Они будут валяться точно так же, как и четвертые, пятые, шестые, седьмые эмблемы, потому что, ну, бессмысленно на них тратить ресурсы на прокачку, да и ко мне этих вы столько не наберете. Ну, у меня здесь прокачаны уже все прорывы на тридцатку, по сути, мне без разницы, куда тратить уже красные камни, но все равно надо их немало. По 200 тысяч, 10 тысяч на каждый камешек, ну, на каждую прокачку, плюс 10 камней простых, плюс 5 новых. Я вам скажу, для некоторых донатов даже это немало. На английском сервере это проще все собрать. Тридцать восемь, 37, 36. И так сидишь 7 минут, теряешь просто на открытие. Вы не знаете еще, как питомцев открывать. Это еще более веселое задание, занятие. Я даже не знаю, сколько там сейчас будет плюх. Так, поехали, смотрим. А, мы еще ж не все открыли, подождите. По-моему, у меня там еще есть. Да, вот такие. Ну, отсюда семерки падают. А восьмерки, вот, ребятушки. Еще 1000 штук. Ну, давайте уже помучаемся. Помучаемся, пооткрываем полностью все. Ну, отсюда, видите, в основном семерки падают. Восьмерки через раз. Ну, три упало. Отсюда падают хорошие эмблемки для архидемона. Ну, точно так же и все остальные падают, но падают редкие. Вот проклятый доспех. То есть эмблемы смотрителя. То есть те, которые там не падают, и то опять же. Утекание вы отсюда все равно тоже не вытащите, как и оттуда. Но на архидемона эмблемки отсюда брали, падают и раскол. Раскол там тоже падает. Выживание. Интересно, что будет в следующей обнове? Что они интересного добавят нам опять. Ну, семерок, видите, отсюда в основном мы семерки натащили, очень много семерок. Восьмерки там 2-3 штучки падает в основном, а то и меньше. Одна, две, три. Ну, по-разному, конечно, это рандомчик. Надо было проверить, посмотреть шансы, какие на выпадение 100 штук. А 100 штук пооткрывать. Они там написали, какой шанс. Сейчас мы в итоге увидим, что у нас получится. Сколько прибавка у нас будет эмблем? Их, конечно, можно на кигашки все продать, но у нас места, наверное, столько не хватит. Надо увеличивать, я не знаю, до скольки там миллионов. Это все.
Отлично. Плюс два места сделали. А теперь поехали смотреть. Давайте семерки еще глянем. 180, 111, 189. Этих поменьше. 238. Неплохо. Но восьмерок тут явно сейчас в разы больше будет. 206 ремок восьмых. На два алтаря. Нормально. Нужно все два этих выставить. Психощит 176. Видите, есть редкие эмблемы, которые только так купить можно. 206, 176, 276, 337, 472. Видите, тут этих не так уж и много. Больше всего у нас гнева. 176 психощитов. Окей, поехали. Смотрим, давайте забежим сюда. Вот смотрите, восьмые эмблемы. То есть некоторые действительно улучшаются, лучше становятся. Некоторые ни о чем, честно говоря. Ну тут плюс 40% крит. Такое себе. Здесь увеличение. Так, вот тоже несущественно. Бравлера качает, но тоже смысла, ну там прибавка 1000 ничего не даст. На девятку тут качать восстановление жизни сентуально ничего не добавит. Тут плюс 8000 атаки, ну как вариант для архидемона. Пакт 150-190. Ну, это вариант тоже неплохое уменьшение будет. Ну, СО неплохо прокачать. Здесь тоже неплохая тема. Исцеление можно попробовать качнуть. Ну, вот для меня, вот, например, если выставлять там деф, либо фарм делать, то вот 40%. Это существенно 40% жизни. Психощит у нас даст увеличение плюс 20% жизни, остатки несущественно увеличит. Баст вариант тоже интересно сделать. Плюс 20 жизни, плюс 10%. Ну, вот и такое. Сделать бег как вариант, замедления ракушка. Ну, еще неплохо вот на девятку делать тоже плюс 40% жизни. И плюс 50%, плюс 5% отражалки. Ну, ожог тоже, это интересная тема будет. Такс, в общем, вот так вот, поехали. Сделаю я воодушевление. Ну, то есть, как видите, надо нормально ресурсов, 3 штучки, 3 эмблемки, плюс 10 камней, и у вас получится воодушка. Так, отлично. Ну, ремку я делать не буду, я лучше сделаю еще одно воодушевление. Так, у нас есть шарик и обмен героя. Вот за Рину можно получить еще дополнительно 2 камешка, надо Рину сделать. Это не проблема сделать Рину. Пару минут. Берешь героя. Где там наша Рину? Вот Рину. Надо вторую эволюцию, 10-ю звезду сделать. Сюда в самый конец. Надо, кстати, книжечек подкопить. Хотя, в принципе, для нового героя, да, надо будет набрать книг. Потому что надо будет нормально покачать его.
делаете эволюцию. Вторая эволюция. Надо 10-ю звезду сделать. Вот так вот. Еще надо вести до 10-й звезды. Ну, это можно делать на английском сервере, на русском сервере, даже на своей основе. Я бы этого не делал, потому что ресурсов дофига надо. Даже не прокачано еще ничего. Сейчас мы этого доведем. Да и не факт, что у нас на русском сервере ведут такой обмен. Вот 10-я звезда, идем в обмен. Ну, то есть я ему ничего не качал, exchange. Вот, в итоге я получил дополнительно еще одну плюшку для прокачки. Это у нас эмблема. Это я уже камни пропустил походу. А вот уже 4. Ну, я также еще одного сделаю и заберу, прокачаю. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.